Одесса, 12 октября. Всех приветствую на моем канале. 4:23. Объявили воздушную тревогу. Это уже третья тревога за ночь. Но предыдущие две тревоги было тихо. А на данный момент сообщают, что летят в сторону Одессы и области Шахиды. Сначала сообщили, что идет 3 беспилотника. Потом сообщили, что уже около 8. И что они все летят в разброс, и что будет громко сейчас. Потому что траектории они могут менять во время своего пути. Уже 4:48 был первый взрыв. Похоже, как ПВО, работа ПВО. Потом сообщили, что идет на Одессу. Потом вроде как поменял на южный направление. И уже наша авиация пошла на взлет, чтобы сбивать шахидов. Лучше пройти всем в укрытие. Берегите себя, родных и близких.